Результаты медобследования детей в Кронштадтской поликлинике теперь будут сообщать родителям, даже если патологии врачи не выявили. Медицинское учреждение выполнило требования прокуратуры. Закон гарантирует каждому право получать информацию о своем здоровье, но во время плановых медосмотров школьников и воспитанников детских садов в Кронштадтской поликлинике итоги обследований не сообщали родителям, а просто заносили в медицинскую карту. В прокуратуре сотрудники учреждения объяснили, если бы заметили во время осмотра какие-то патологии, непременно уведомили бы родителей. В ходе проверки детского поликлинического отделения прокуратуры района установлено, что информация о состоянии здоровья детей по результатам медицинских профилактических осмотров для несовершеннолетних и их родителей не доводилось, в связи с чем несовершеннолетними не были своевременно получены консультации врачей-специалистов, указанных в медицинских заключениях. В адрес главврача поликлиники надзорный орган вынес представление. Все замечания в медучреждении пообещали учесть. Теперь все данные о результатах обследования будут в обязательном порядке передавать в медицинские кабинеты школы, детских садов, а те, в свою очередь, сообщать эти сведения родителям.